потерял права, заявил ГАИ об их утере, получил новые, а потом нашел старые. Вот скажите, могу ли я сразу двумя правами пользоваться? Ну, новыми, разумеется, можете пользоваться, а старыми, конечно же, нет, потому что после того, как мы заявили об их утере, они попали в базу разыскиваемых и уже недействительны. Но это не значит, что вам просто нужно положить их дома в ящичек и не пользоваться. Вы обязаны их сдать в ГАИ.